Всем привет! Сегодня будем красить яйца натуральными красителями, такими как луковая шелуха и чай каркаде. Пасхальные яйца получаются необычными, оригинальными и очень красивыми. А самое главное, полностью безопасными, так как нет никакой химии. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Первым делом измельчаем луковую шелуху. Лучше всего это делать обычными ножницами, так как в блендере могут получиться слишком маленькие кусочки. Затем такими же небольшими кусочками нарезаем чистую белую бумагу. Перемешиваем и начинаем подготавливать яйца. Берем сырое, вымытое с мылом яйцо, опускаем его в чистую воду, обваливаем в подготовленной луковой шелухе. Немного шелухи кладем на кусок капрона. Сверху помещаем яйцо. Собираем края капрона в мешочек. Плотно закручиваем. Завязываем ниткой. И распределяем луковую шелуху равномерно вокруг яйца. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. И складываем их в кастрюлю так, чтобы они не касались друг друга. Сверху высыпаем каркаде, оставшуюся луковую шелуху, соль. Заливаем водой комнатной температуры и ставим на небольшой огонь. С момента закипания варим яйца 10 минут. Затем огонь выключаем и оставляем яйца в отваре на 30 минут. По истечении времени перекладываем их на несколько минут в холодную воду. Потом достаем и освобождаем от капрона и шелухи.
Даем яйцам полностью высохнуть. А затем смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все. Красивые мраморные яйца на Пасху готовы. С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!